Ну а трактор пока в атаке. Бросок и шайба в воротах. Челябинцы в третий раз в этом сезоне в овертайме выигрывают у «Магнитки». Были победы 2-1, 4-3. Вот сегодня команда Анвара Гатиатуллина побеждает со счетом 3-2. Давайте еще раз посмотрим за этой атакой. Классные передачи Авцина и бросок касаний с неудобной руки. Редко такое бывает в хоккее. Но бросок получился с дальней дистанции очень сильным и точным. Василий Кошечкин пытался среагировать, но шайба прошла где-то у него под блином. Ну и самый полезный защитник трактора Илья Карпухин приносит победу своей команде. Причем у Карпухина это первая шайба в сезоне. Со счета 3-2.